Давай. Подушки, одеяла, обогреватели, средства гигиены для жителей новых регионов, строительные инструменты, газовые портативные плиты, спальные мешки для участников специальной военной операции. Это лишь малая часть того, что собрали волонтеры Подмосковья. Теплые вещи, утеплители, кровати мы везем ребятам в расположение и куда-то на позиции. Они такие у нас мобильные, как раз не громоздкие, матрасы также, чтобы им было удобно. Часть кровати попадет в госпиталь, там, где это необходимо. Медикаменты, продукты. Легкий по весу и простой в монтаже, за это его и ценят военные. Утеплитель используют при строительстве блиндажей. В преддверии зимы нужда в нем возрастает. Помощь адресная, все потребности подразделений учитываются. Много жителей помогает, весь округ вовлечен. Нам помогают и обычные жители, и депутаты, и молодежь. Поэтому все вовлечены, и мы всех благодарим сердечно. К слову, помочь может каждый. Список необходимого опубликован в телеграм-канале Одинцовского пункта сбора гуманитарной помощи. Два раза в месяц машина с ценным грузом отправляется в зону специальной военной операции. Ее там очень ждут. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.